Мы невычисляемы для Запада, но в этом наша грандиозная... Я вообще считаю, что Запад ненавидит русских за это, потому что он не может понять нас. Не может понять и безумно завидует, потому что они закодированные. А мы еще нет. И если возрождение, на мой взгляд, начнется, оно с России начнется. С нашего чувства.